Guestful town. Да, вот там порт. Слушай, вот это частные дома, все рядом. Да. Ну, круто. Круто иметь таким замком, владеть таким замком. Прикинь, если бы это твой был. Ну и что бы я с ним, что бы я с ним делал? Выходил бы. Ставь его протапливать. Его протапливать сколько надо денег. Хотел сколько надо этих энтминер поставить. Ну ты бы сдал комнату людям. Ну да. Если б... Пригласил бы всех друзей. Если бы я владел замком, конечно, это было бы круто. Наоборот. Там, ты видишь, там, там больше руины. И там много зелени. Место, где строить, а здесь как бы там, это же был просто замок на берегу, ну, крепость. Мне и он, видишь, он гораздо выше, там же были скалы, там, угу. Там есть скальные такие участки, да, которые да, естественные, ну, естественная защита. Да, да, да. А здесь вот они построили большую стену. Видишь, они уже а, нет, конечно, они его подделывают.